ДТП в Буйнакском районе. Авария произошла на 24-м километре автодороги Махачкала-Верхний Гунип. Водитель Peugeot 307, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с машиной ВАЗ-21140. В результате аварии водитель отечественного авто от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель иномарки с различными травмами доставлен в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.